Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Мы поговорим с художником, самым настоящим философом, кандидатом философских наук Владимиром Демченко. Владимир Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! А почему вас Владимиром назвали? Вы знаете? Трудно сказать. Это было решение родителей. Они никогда не говорили вам об этом? Нет, мы на эту тему не разговаривали. А мальчик Володя каким был в детстве? Мальчик Володя в детстве был хулиганистым, очень активным, развитым не по годам. Физически я всегда был активен. Я всегда вызывал восторг у сверстников в этом плане. И иногда за непослушание грозили пальчиком взрослые. А непослушание это что было? Не знаю, там мяч в соседнее окно или в огород залезть? Нет. Все то, что вписывается в рамки представления о ребенке, когда хочется сделать чуть-чуть немножечко наоборот, вопреки требованию и приказу. Не более того. Вы можете сказать, с какого года рождения? Да, 1951 год. Вам 73-й год идет. Ну. Понимаю. Ваше детство пришлось на такое первое послевоенное мирное десятилетие. Вы помните аромат того времени? Какая была жизнь? Да, я помню аромат того времени. Я даже могу в 3 секундах описать его, этот аромат. У меня папа был фронтовиком, когда он прибыл с войны. А война здесь недалеко была, Сахалян. Он привез в качестве подарка... Контрибуция была такая, желтые японские военные ботинки, которые отлежали свое время, и потом я их надел. Они на 3 размера были больше. Вот это был аромат военного времени. Я щеголял в желтых военных японских ботинках. И крутили графанолу. Американский патефон, который достался когда-то где-то, я так полагаю, что, наверное, на островах Океании, а потом уже попал сюда, в Квантунскую армию, и папа забрал его себе домой. И у вас дома этот... Он сейчас хранится, да. До сих пор? Их хранится до сих пор, ну и пластинки фирмы «Колумбия». Удивительно. А Благовещенск времен вашего детства каким остался в памяти? 1957 год. Я поехал с папой в командировку в центр города, а мы работали, служили, жили в Астрахановке за морячками, новоприбывшие. И вот надо было нам заехать где-то в районе лесозавода. Лесозавод – это сейчас площадь Ленина. Угу. Мы застряли на улице Ленина, в луже, в яме. 3 часа просидели там. Я к тому, что на не было ни асфальта. На улице Ленина 3 часа в яме? Да, конечно, конечно. И вытащить нас никто не мог. Ни туда, ни сюда. Пока наш морячок-водитель не бегал, не нашел вот, какой-то транспорт, который нам позволил, вызволил нас оттуда. Это аромат того времени, послевоенный Благовещенск. Удивительно. Да. А почему случился худграф Хабаровского института? Всегда у всякой истории есть предыстория. Да, понял. И вот родители мне подарили на Новый год игрушки. Но не просто так, чтобы подарили, а они расставили под елку пихты маленькие. Я к этим пихтам возвращался 3-4 года назад в Хабаровске я был, я ходил туда, смотрел. Они выросли сейчас уже в обхват, такие большие деревья стоят. А тогда мне казались, они еще больше были. И вот под этими фихтами расставили игрушки, которые я так взахлеб собирал. Я столько снега набрал в свои вальнички, но это запомнилось на всю жизнь. Жизнь как романтика, жизнь как образ, как некое такое феерическое начало, как праздник какой-то, наверное. Вот эта картинка передо мной стоящая, это я запомнил. Спасибо большое родителям за это. Наверное, это сыграло свою роль. И 10-12 годами позднее, 14 годами позднее, я поехал в тот же самый Хабаровск уже на худграф. И поступили, и окончили? Да, закончил худграф. Да. Вообще, сколько у вас образований, между нами говоря? Да я запутался уже. Ну, давайте посчитаем. Худграф, Хабаровский, педагогическое образование. Потом у меня Академия художеств. А, педагогическое образование и художественное образование. Художественно-педагогическое худграф. Академия художеств, художественное образование. Институт имени Репина. Академия художеств СССР, так называется. Философский факультет. Федерального университета, аспирантура. Вернее, я обошелся без аспирантуры. Я был свободный соискатель. Как правило, говорят, аспирантура. Защитился. Ну вот все, 4 образования. Вы профессиональный художник. Профессиональный искусствовед. Профессиональный преподаватель. И философ. И философ. Философское образование. И философ, да.
Философия почему вдруг стала неотъемлемой частью вашей жизни? Я думаю, что я по складу характера такой. По складу характера, по складу ума. Я себя давно уже проанализировал, но это так. Это доставляет мне удовольствие в жизни. Без него мне скучно было бы. Ну, раз уж заговорили на эту тему, такой философский вопрос, чего уж мелочиться. А в чем смысл жизни? Это трудно сказать. Это вопрос, на который нет ответа. Нет ответа. Если будет дан ответ на этот вопрос, так же, как на вопрос, что такое любовь, и несколько еще моментов таких существует, конечно, то человечеству нечего делать в этом мире. Оно для того и приходит в этот мир, чтобы отвечать на эти фундаментальные вопросы. Но если так по большому счету говорить, что смысл жизни заключается в том, чтобы получать удовольствие от этого мира. Вот только беда заключается опять-таки в том, что особенно молодое поколение сейчас у нас представляет вот это понятие удовольствия сужено до известных пределов, как у Высоцкого поется в песне «Укололся и забылся и упал на дно колодца». Нет, нет, не только ребенка родить, но воспитать его, воспитать не только своего ребенка, но и внуков, и правнуков, не только самому, но и образование другим дать, и многое-многое другое. Землю-матушку облагородить, которая тебе жизнь дала. Посмотреть ежедневно на солнце, может быть, вдыхать воздух и пить воду. Вот удовольствие в жизни получать от любимой работы и многое другое сейчас. Сейчас его всего этого не перечислишь. А у многих работа нелюбимая, ну, да. С детьми сложно, да. Не знаю, на улице холодно, денег мало. Какое удовольствие сейчас смотрят на нас? Ну, а это вот как раз и есть понятие идеал, идеальная жизнь. Идеал на тот идеал, что он, во-первых, практически чуть ли не недостижим получается, а во-вторых, это редкое явление. Жизнь есть жизнь во всех своих проявлениях. Угу. От этого человечество никуда не денется. А смысл вашей жизни вы в чем видите? В тех нескольких моментах, которые можно на пальцах буквально пересчитать. Это быть честным и правдивым на основе русской культуры, воспитания. Не лгать себе и не лгать никому другому. Это быть ближе к природе. Потому как, ну так случилось, что я возвращен в руках, на лоне природы я родился. Жили мы постоянно от заставы к заставе, поэтому неухоженный быт, жизнь, и поэтому вокруг тебя дерева, трава, это прекрасно, это здорово. Это когда идешь по Благовещенску, еще иногда запах дымка из трубы есть. Я так радуюсь этому. Иногда говорят, ну вот опять дымом потянуло как-то нехорошо, дым гарь как-то, наверное. А для меня такое удовольствие. Жизнью пахнет, жизнью, теплом. Жизнью, конечно, живым теплом. Живым теплом. Живым теплом. Вот в этом, наверное, смысл жизни. А ответить на него полностью нельзя. Поэтому здесь употреблять необходимо. Владимир Иванович, а очень трудно не лгать. Если я буду говорить всю правду, что я о ком думаю, то, наверное, мне очень трудно будет жить в этой жизни. Понимаете, я, может, свою соседку ненавижу, а я с ней здороваюсь и улыбаюсь. А никуда не денешься от этого. Не лгу. Мы дети своего времени, мы дети планеты Земля, мы дети, которые воспитаны, приведены в тот социум. Ну, простите меня за научное выражение, от них никуда не уйдешь, наверное, где мы должны жить. Человек должен быть, кроме всего прочего, такой-такой, еще и удобный, наверное, иначе он неуживчив будет. Mm-hmm. Неуживчивые люди, у них одно место, мы знаем, где они отбывают сроки эти и так далее. Ну, так устроено человеческое. Человек должен быть социальным. Житие, бытие. Вот это вот социальность. Сосуществовать она, с другими людьми. Социум воздействует на человека. Поэтому человек становится в плохом смысле этого слова удобным. Он должен быть таким, никуда он не денется. Mm-hmm. А иначе он не впишется в свою среду. Поэтому ну, есть такое понятие ложь во благо. Да. Родители лгут своим детям. Опять-таки, тоже во благо. Ведь в капусте ж собирает их. Это все знают об этом и много другое. Согласен. Вера, религия и церковь – это разные истории для вас? Совершенно разные. Совершенно разные. Причем я выделяю только одно – веру. А религия и церковь – это уже последующие. Вера, институт веры, изобретен человечеством. Ну, тогда, когда появились вот эти вот формы человеческого жития-бытия. Пещерное его существование, первобытное общинное общество. И пошло-поехало дальше.
без нее обойтись, как показывает история, человек не может. Какие бы ни были моменты, казалось бы, позволяющие забыть о ней, а мы потом опять-таки к ней возвращаемся, потому что вера – это идеал, вера – это некое начало, это сказка. Вот человек родился из детства, всем родом из детства, через сказки мы пришли в этот мир. В этом мире мы утверждаем, а потом всю жизнь вспоминаем вот эти сказки. Вот эта сказка должна быть в человеке заложена глубоко-глубоко, тогда это будет верой. Если это не столь глубинные фундаментальные моменты, то это превращается в церковно-религиозные пристрастия какие-то. А вообще религия и церковь – это те формы, которые претерпевает вера для того, чтобы быть ближе к человеку, объяснить человеку. Человек – существо материальное сугубо. Никуда не денешься. Мы пришли в этот материальный мир, несовершенный абсолютно, ограниченный, обделенный во многом. Человеку надо каждый день кушать трижды, спать надо, умываться надо. И масса прочие других надобности моментов, свои исправлять. Да, не перечислишь их все, наверное. И поэтому мир таков. Вот в этом, в таковом мире необходимо и организовать вот этот институт веры так, чтобы он был ближе, понятнее человеку. Человек понимает только то, что он есть сам. Клизовский говорил, это великий ученый, философ, его расстреляли в 40-м году, когда советские войска пришли в Прибалтику. Mm-hmm. Он говорил, что человек может постичь только самое себя, и не более того. А сам он суть материальная, даже биологическая субстанция, мозг. Поэтому выйти за пределы материального, вот это примеры и причины утверждения, постоянного утверждения материализма в нашей жизни, и не только эти, и другие. Ну так вот, говоря на эту тему, можно говорить о том, что человек, постоянно живя в этом мире, в несовершенном мире, он через этот же мир воспринимает все сущности, которые ему пытается донести сама жизнь. Поэтому вера как таковая в чистом ее исконном виде, она непостижима человеком, наверное. Так же, как не постичь, наверное, по большому счету идеал. А идеал, он притворяется в какие-то формы, те, которые доступны. Вот это религия и церковь. В церкви, в религии, вот не случайно церковь. Церковь – это как христианская церковь, и в то же время церковь – как здание. Угу. Здание. Вот посмотрите, какая материализация. Здание, собор, храм, святые, святые мощи, святые образа. Не может это быть святым. Мощи не могут быть святыми. Все то, что материализовано, все то, что материально, но трудно говорить косточка о святости. Косточка не может быть святой. Тут трудно говорить. Условное понятие. Трудно говорить о святости. Свято то, что к чему притронуться человек не может. Выше этого мира, то, что вот все там, вверху, там все в гармонии, в абсолютной гармонии пребывает. Здесь у нас, в этом мире, этой гармонии нет и быть не может. Если это гармония в этот мир придет, это называется смерть. Потому как уйдет одно, останется другое. Останется идея, идеальное начало. Материального не будет. Это смерть получается. Сегодня часто полная гармония, но гармония одного. Человек на одном крыле, самолет на одном крыле никуда не улетит. Два крыла нужны. Поэтому материализм и идеализм. Материальное и идеальное. Часто можно услышать оскорбление чувств верующих. Веру можно оскорбить? Я думаю, что нет. Еще не родился. Она выше. Она выше находится всех наших представлений. Поэтому это, опять-таки, земные представления, в том числе и о вере. Невозможно оскорбить, по большому счету, веру. Поэтому беспокоиться об этом не надо. Угу. Она выше. Но она не высокопарна. Она не надсмеивается, не посмеивается. И не посматривает сверху вниз на нас, на паству, на детей. А просто это то начало, которое окружает нас и в котором мы все пребываем и живем. А еще один философский вопрос, чего уж тут. А Бог есть на свете, ваше мнение? Мне назвать себя очень трудно верующим. Но я верю в высшие силы, я верю в разум, и в высший разум, я верю в справедливость. Я человек русской культуры, где есть, вот говорят, все поставлено на кон, на кону. Вот я верю вот в это. В то, что является сущностью, стержнем, столбом, стволом этого дерева русской культуры. Наверное, поэтому вот так. Вот так. Ну, за последним вздохом, за крышкой гроба что-то есть или кто-то есть? Или ничего там нет, ваше мнение? А вот эта сказка, она нужна человеку. Без нее не обойтись. А если ответить, на эту тему отвечали и пытались ответить. Блаватская отвечала, потом Бехтерева отвечала. Говорила много раз. Она рассуждала, и сейчас в интернете остается масса ее разговоров на эту тему.
По той простой причине, что ответа нет. Ответа никогда не будет. Это все должно оставаться в догадках у человека. Если ответ дать, что есть такое любовь, так же, как пришел ответ, что есть любовь во всех ее ипостасях. Основы веры в идеалах вообще, а идеалы недостижимы. Как здесь быть? Я специально вот этот вопрос забросил. Достижим или недостижим идеал? Он и достижим, и недостижим. Дело в том, что сейчас идеал рисует, как правило, какой? С материальным связанный. А как бы ты ни достигал, как бы ты ни достиг чего в материальном, это не будет идеалом. Поэтому ты не достиг ничего, потому что это уже не идеал. Идеал – это не то, что материальное, а то, что выше него находится. И если ты хочешь продлить себя в своих родителях, собою продлить своих родителей, то бери не материальное от них, а бери вот то идеальное, то, что достижимо. А достижимо то, что недостижимо. Мир идеальный. Вот здесь как раз парадокс лежит, наверное. Мир идеальный бери. Мир нематериальный. Вот тогда вот это недостижимое станет достижимым. К чему ты будешь? Это не кусок мяса перед каюром, когда собаки несутся за ним и никогда не догонят его. В этом, может быть, есть смысл. В этом и великая поговорка того, что результат не в том, чтобы нам достичь этого результата, а в процессе, когда в науке пытаются чего-то достичь. Ну, что-то в этом, наверное, и как есть. Говорится, что такое счастье? Это путь к нему. Это путь иди, к нему, да. Дойдешь, не дойдешь, неважно, иди. Как только ты преодолел этот путь, ты начинаешь об этом сразу же забывать, и у тебя рождаются новые какие-то идеи, цели и задачи. Так сложен человек, так он устроен. Это правильно, это хорошо, это нормально. Это соответствует прогрессу развития человека и общества тоже. Мы живем в век агрессивного материализма, это правда? Совершенно. Абсолютно. Новый виток, новое движение агрессивного материализма по миру, оно победоносно шествует. Вот этот агрессивный материализм, он был в эпоху античную, эпоху, когда капиталистических отношений не было, но рабы и рабовладельцы были, а всякий раб приносит прибыль, маржа. И вот это интерес к материальному, естественно, конечно, ну, кроме Аристотеля был еще и Платон, да, конечно. И это все перекочевало потом в постсредневековый период, так называемая эпоха Возрождения. Мы привыкли говорить в радужных и радостных тонах об этом. Ну, так случилось и сложилось в советской исторической науке. Ну, немножечко сложнее, чем обычно мы представляем. Эпоха Возрождения – это возрождение всего того, вот варварский строй был античный строй. Это был строй рабовладения. Вот последняя отрыжка, я прошу прощения за это слово, рабовладельческая, была во время войны с Чечней, когда захватывали наших солдат и превращали их в рабов. Вот это античность. Эта античность потом она перекочевала в постсредневековье, в эпоху Возрождения, когда появились уже только не рабы, а мануфактуры, ну, прообразы фабрик и заводов. И свободный труд. Свободный труд, который тоже приносил прибыль. Вот эти молодые, нарождающиеся буржуа, им очень хотелось. А как без этого? Сегодня так же живем. Опять прибыль. Опять труд, а как без этого жить? Вот, да, сейчас я на эту тему скажу. Им очень хотелось иметь искусство, культура окруженными быть, наверное, и они покупать начали картины. Маленькие, такие небольшие работы, и поэтому появилось понятие «малые голландцы». Да. Малые, вот оно от того, что кошелек не толстый пока еще был. А вообще-то, вот этот агрессивный материализм, это приоритет материального над идеальным. И сейчас есть это и будет в будущем, потому что нам дадено, так раньше говорили, сейчас сокращенное слово дано, жизнь Господом Богом свыше, сверху она спущена в форме материальной, и никуда мы от материального мира не уйдем. Зритель мой, а вот здесь мы поставим многоточие и продолжение нашего искреннего разговора о самом важном, о жизни с Владимиром Демченко. Смотрите, пожалуйста, на следующей неделе. До свидания.